1 сентября в российских школах на уроках физкультуры будут играть в гольф. Он должен научить детей поддерживать дисциплину, учиться справляться со стрессом и уважать противников. Также в школе введут хоккей на траве, скалолазание, ушу, бокс, компьютерный спорт, дзюдо и другие виды спорта. В России психологи повысили цены на услуги из-за весеннего обострения на 20-30%. Чаще людей весной беспокоит тревога, вопросы будущего, отношения в паре, карьерный рост и взаимодействие с родителями. За последние 3 года россияне стали чаще заводить домашних животных. Этот показатель вырос на 11% и составляет 74 миллиона 800 тысяч случаев. Чаще всего заводят кошек 49 миллионов 200 тысяч человек, собак 25,5 миллионов. Среди кошек самой популярной породой оказалась британская короткошерстная, среди собак – немецкая овчарка. В России изменят состав автомобильной аптечки. Ее укомплектуют изотермическим одеялом, эластичными бинтами, хирургическими ножницами и загубником для сердечно-легочной реанимации. Изотермические одеяла способны отражать и сохранять тепло человеческого тела, что помогает при оказании первой помощи. Также такое одеяло выдерживает больший вес и может использоваться как носилки. В Кургане на базе школы номер 29 прошел отборочный этап городского конкурса «Папа, мама, я, спортивная семья». В итоге места распределились следующим образом. Первое место заняла семья Качариных, школа номер 22. Второе место – семья Соловей, школа номер 36. Третье место – семья Кутиковых, прогимназия номер 63. В Нижнем Тагиле прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2009 годов рождения. В соревнованиях принимало участие 180 юных борцов из 26 регионов России. Золотыми медалистами стали Радмир Халитов в весовой категории 42 кг, Зауральский колледж физической культуры и здоровья, и Даниил Ширяев в весовой категории 51 кг, спортивная школа Олимпийского резерва номер 1. Спортсмены, занявшие призовые места, выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Спортсмены шадринского клуба «Карате Витязь» приняли участие в межрегиональном турнире «Кубок Мацушимы» в городе Тюмень. В итоге в копилке клуба 6 медалей разного достоинства – 3 золотых и 3 серебряных.